И пригласим на танцпол следующих двух полуфиналистов. Щербак и Саморез. С каждым кругом становится все жарче и жарче. Хейтеры. Че, мужик? Ну, заранее, от души. Шуруповерт. Ну что ж, ребята, у меня есть для вас тема. Ну, будете читать о себе. Как бы батл, но... Репрезент или биография? Не, репрезент уже был. Просто ты будешь в первом кругу читать, что я true, я true, я true. А во втором будешь считать, что я говно. Короче, Да, я фальшивлю, шепелявлю, я ни на что не гожусь. Я действительно так делаю? Нет, но ты, возможно, во втором раунде найдешь в себе после первого раунда какие-то ошибки. Самоанализ, короче, самоанализ. Да, первый, значит, раунд я true, второй раунд я говно, да. Йоу-йоу, народ, сейчас тебе тему я затру. Я такой супер-тру, что этот чел просто труп. Его фристайл просто глуп, а я чувак-тру. Я тру свою штанину, по-другому не могу. Видимо, у меня зуд такой от того, что я тру. Я такой тру, что мой тру не влезает в трубу, в которую сливается сточная вода. Я такой тру, типа с вечера и до утра, с послезавтра на сегодня, ну и так, в следующей неделе я тру. Я был маленький, качался на качелях туда-сюда, и девочки говорили: в садике этот чел тру, а остальное все пускай вылетит в трубу, куда не влезает мой друг. Как я уже говорил, я супер тру, чувак, а этот мэн просто дебил. А в следующем раунде надо будет доказать обратное, но в эту минуту я тру, и мне от этого, блин, приятно. Йоу, дай микрофон, смотри, дай микрофон. Раз. Ах, это запах хип-хопа манящий. Ты тру, брат, а вот я настоящий. Мне так нравится, я есть такой. Пускай немного бываю качающий головой. Под ритм другой, но тем не менее остаюсь сам настоящий. Пускай кто-то скажет пацан, кто-то скажет братан, кто-то скажет любимый, но тем не менее настоящий, не ношу ксивы. Я тру, быть может, но быть может и так. Я тру настоящий, значит я Щербак. Моя область Волгоград, мой город жесткий. Если что не так, тогда сразу, а ну-ка нож скинь. Ты веришь в то, что я настоящий, дружище? Я Лёша, фамилия Щербак. Быть настоящим — это круто. Я тру, а ты уже остался трупом. Если руки поднимут немного повыше, тогда я скажу, а быть может, я толпу услышу. Пушит! Я настоящий рэп, я настоящий труп, брат, а не просто шкет. Пара кет, кепки не ношу как-то, и бороды тоже не по мне. Не музыкант я, нет, я считаю себя даже не поэтом. Настоящий труп, я остаюсь человеком при этом. Ну что ж, раунд два. Я фальшивлю, шепелявлю, в общем, я полное говно. У меня проблемы в жизни. Полное дерьмо. Bullshit. Погнали. Йоу. Я не умею читать, и сколько бы я ни старался, я выходил на батлы и обломался. Я шепеляю, как чел из первого раунда отборочного. Еще меня дома ждет порка, у меня толстая тёлка. Моя тачка не едет, и когда я открываю окно, мне кидают деньги туда и говорят, что за говно. Чувак, ты не дру, ты не как рэпер одет, и твоя родина не Бруклин, а какой-то просвет. Это север города, и там все походу не тру. Там все такие стоят с похмелья типа поутру, куда-то плетутся на завод, на голимую работу, а потом после алкоголя выплевывают блевоту, потому что это не тру. Тру — это черные негры, тру — это высокие кеды, и как у чела дреды, который сзади меня, вот он по-любому тру. А я такой типа совсем не тру, с утра и поутру. Как уже говорил я в прошлый раз 20 секунд назад, а этот мэн вообще сказал, что за кепки, бородатый гад. Он совсем не тру, вот тру, вот этот слева парень, сегодня он меня походу зафигарит текстами. А заготовки это или нет, какая разница, винегрет или шаверма? Ну что там тебе больше нравится, что тру, а что нет, судьям решать. А моя очередь сейчас замолчать. Что? Йоу. Класс. Йоу. Ай!
Ты прости меня, любимая, и прости меня, мам. Ребята, все вместе посмотрите вот на тот экран. Вот там тип вообще болван, он реально дурак. Я его знаю, и его, кстати, фамилия Щербак. Вот тот тип на экране по-супому херново херачит. Точнее, херново фристайлит. Вы простите, язык заплетается, когда мне не нравится, когда не хватает дыхания. Вот тот тип херовый, и он рядом с площадью восстания. Мистер Малой знает, что тип, который с микрофоном, по-любому уважает и по-любому делает рэп для фона. Точнее, делает и, наверное, снимается в порно. Но беспонтовый чувак, реально, и это не загоны. Вот это с микрофоном типелого шара. Я его не знаю, но вы видите, это не шара. Не левые слова, я уж знаю точно. Вот этому типу не даст никто сегодня ночью. Вот этот тип просто какой-то лох. И он, наверное, читает фристайл хреново. И мне кажется, что он реально бог. Ладно, я заканчиваю, и мое последнее слово. Здорово, здорово. Ну что ж, это наши вторые полуфиналисты. Узнаем, кто проходит в финал. Итак, судьи. 3, 2, 1. И в следующий круг финал проходит саморез.